Наташ, подходи, мы напротив сувениров самоцветов. Вот, это моя подруга Наташа. Можно с тобой познакомиться? Да. Моя подруга Наташа. Ух ты! Классная подруга. Такие большие. О, похоже. Ну да. Друзья, всем привет! Вы на канале Body Money. Сегодня мы на Арбате снимаем пранк-ролик. Наталья Трухина будет знакомиться с парнями. Но так как она немного стесняется, я попросил свою девушку Леру ей помочь. Всем привет! Посмотрим. Островит и Victory Distribution представляют в России самое доступное спортивное питание из Европы. Все продукты прошли сертификацию качества GMP. На сегодняшний день продукция Островит является лидером на отечественном рынке по соотношению цена-качество. Подробную информацию ищите на сайте www.островит.ру. Привет! Можно с тобой познакомиться? Да. Только сейчас я подруге еще позвоню, она просто тут отошла рядом. Вот моя подруга Наташа. Привет. Вот. Может быть, она тебе больше понравится, чем я. Такие большие. Не хотите познакомиться? Давай. Мы тут с подругой просто гуляем. С удовольствием. С удовольствием? Алло, Наташа, да. Да, давай. У Клозингера. Вот, это моя подруга Наташа. Классная подруга. Что? Классно, без тебя. Да, я представляю. Привет. Ты один сидишь? Не хочешь познакомиться? Прогуляться? День такой хороший. Вот, знакомься, моя подруга Наташа. Привет. Я знаю ее. Знаю. У меня сейчас просто подруга еще подойдет. Просто мы тоже гуляем так по Арбату и не знаем, что делать. Сейчас, секунду. Как вас зовут? Меня зовут. Меня Лера зовут. Игорь. Игорь. Отлично. Наташ, подходи, мы напротив сувениров самоцветов. Сейчас, давай. Вот, это моя подруга Наташа. А вы сидите, никуда не торопитесь, гуляете. Может, познакомимся, а то мы с подругой тут гуляем, и как бы нам не хотелось бы, чтобы было веселее. Сейчас я ей только позвоню, она подойдет, она тут зашла в магазин. Собственно, это моя подруга Наташа. Да. Хорошо. Ну, вы так и не сказали, как вас зовут. Я Ваня. Я Ваня. Ладно, вы слишком скучные. Привет. А что ты сидишь, скучаешь? Не хочешь познакомиться? Можно. Можно? Только сейчас я еще своей подруге позвоню, она подойдет. Хорошо. Угу. Как тебя зовут? Вот, да. Меня Лера зовут. Ну, я вообще как бы с родителями гуляю, просто мне с ними скучно, они ушли. Ну, ничего, отлично, нам тоже скучно. Алло, Наташ. Да, подходи. Да, мы напротив вареничной. Вот, знакомься, моя подруга Наташа. Привет, Наташа. Привет. Как бы мы с ней гуляем. Лера. Только сейчас я еще позвоню своей подруге. Лера. Вот, и мы с ней тоже просто гуляем. И, ну, нам немножко скучно. Вот это моя подруга Наташа. Вот. Ну, может, обменяемся номером телефона, сходим куда-то. Можем сходить. Куда? Да, куда угодно. Прогуляться? Да. Пойдем. Какое-то неловкое такое молчание. Просто не сама. Москвы? Нет. Нет, не из Москвы, откуда вы? Мы из Мордовии. Учусь я здесь. Привет. Вот моя подруга Наташа. О, похоже. Ну да. Вот, ну, может, прогуляемся или обменяемся телефонами? Да. Да, давайте. 937. Просто, может быть, вечером там встретимся, если сейчас, секунду. 513. Ну так что, может, обменяемся номером телефона? Почему? Зачем встречаться? Здравствуйте. Не хочешь познакомиться, а то мы тут с подругой гуляем.
То можно. Можно, только сейчас я ей позвоню, вот она отошла там. Хорошо. Как тебя зовут? Руслан. Меня зовут Лера. Очень приятно. Откуда ты? С Краснодара. А я из Москвы. Да. Алена, Наташа, да. Да. Вот это моя подруга Наташа. Ух ты! Меня Руслан зовут. Наташа. Да. Очень приятно. Ну, может, обменяемся номер телефона, встретимся потом. Не вопрос. Че стоишь, скучаешь? Да, друг же. О, я тоже как раз с подругой гуляю. Не хочешь познакомиться? Давай. Это моя подруга Наташа. Привет. Вот, ну что, может, обменяемся телефонами, прогуляемся вечером? Я просто тут друга потерялся, я пойду найду его. Ну, как раз бы. Здесь, я сейчас побыстрее. Ну, ладно. Ну вот и все, наш пранк подошел к концу. Мы собрали пару номеров телефонов. За комментарий, который наберет большее количество лайков, мы дарим протеин от компании AstraVit.